20 мая в Казани прошло закрытие ежегодной конференции международной организации «Не спаси». В мероприятии принимали участие более 150 гостей из 35 стран мира. Главной темой конференции стали инновации управления в государственном секторе. Результаты конференции помогли прийти к определенным выводам для будущей деятельности в области государственного управления. За эти два дня были обсуждены различные вопросы, касающиеся как развития региона в целом, да, и также касающиеся именно управления на локальном уровне, на местном уровне. Интересные прошли дискуссии, потому что, на наш взгляд, нам было интересно провести сравнительный анализ, как, например, муниципалитеты развиваются, какие инновационные методы используются в их работе. И поэтому, на наш взгляд, нам было очень полезно получить некоторый международный опыт по этим вопросам, и мы рассказали о своих проблемах. Нам удалось пообщаться с представителем Румынии и немного узнать о впечатлениях от города и конференции. Я являюсь представителем Национальной школы политических исследований и государственного управления в Румынии. Мне очень понравился ваш город и как была организована конференция. Очень